Привет всем! Сегодня будет очень полезное видео, в принципе, как и все мои видео. В этом видео я вам буду рассказывать, как вовремя уходить с флета, как вовремя выходить с коридора. Итак, видите, я заключил одну сделку на 10 тысяч. Что у нас на графике? Вот линия поддержки, все как обычно, линия сопротивления, пробивает линию, и я захожу на понижение. Давайте перейдем к вопросам. Многие спрашивают, на каком таймфрейме ловить скальпинг, на каком таймфрейме ловить коридоры. Народ, на всех таймфреймах есть скальпинг. На всех таймфреймах вы можете выставлять... Кстати, вот видите, да, какая здесь у нас была ситуация. Был нисходящий тренд, резко произошел пробой, и потом затухание, и вот в этом затухании я начал ловить коридор. Зашел я, кстати, немного поздно. Итак, вернусь. Скальпинг есть везде. На 5-минутном, на часовом, на дневном. Просто на 5-минутном вам нужно заходить на 5 минут, на часовом на 1 час, на дневном на 1 день. Итак, сделка у нас закрылась, все отлично. Здесь я жду опять сигнала. Сейчас я уже, кстати, планирую уходить с рынка. Позже вам расскажу почему. Жду опять пробоя, хочу еще зайти на одну сделку. Вот идет пробой, и я захожу еще на 10 тысяч на понижение. Почему уже нужно в этой ситуации уходить с рынка? Потому что, смотрите, график у нас все выше и выше отдаляется от уровня поддержки. Это признак того, что скоро произойдет разворот, признак того, что скоро произойдет пробитие. В принципе, в этом случае так и случилось. Вот я удалил линию, уже перерисовываю линию. Итак, запомните, народ, что скальпинг есть везде. Линии для часового таймфрейма свои, линии поддержки сопротивления. Для минутного свои, для дневного свои. Просто я торгую на минутном, просто на минутном намного проще, намного быстрее ждать прибыли, намного проще для вас снимать видео. Вот, смотрите, вот была опасная ситуация. Ну, все нормально, сейчас вот он опустился, и мы забираем прибыль, и мы в плюсе. И вот, видите, да, график уже с каждым разом отдаляется, идет на повышение. И я принимаю здесь решение уйти с рынка. Итак, давайте рассмотрим эту ситуацию поподробнее. Вон, видите, черточками я обозначил те места, где я входил в сделку. Видите линию поддержки сопротивления. И вот полукруглой линией, да, я обозначил, как график отдалялся. Вот как раз провел эту полукруглую линию по тем точкам, как график отдалялся. Вот видите, с каждым разом график отдалялся все дальше и дальше от уровня поддержки. Это значит, что все, нужно уходить. Видите, я и так вошел в последний момент. Как раз вошел, когда этот коридор закончился. И то, если бы я входил на 1-2 минуты, я бы потерял. Я бы был в убытке, да? Видите, так и произошло. График отдалялся, пробил нашу линию сопротивления, и уже пошел у нас восходящий тренд. Слева вот вы можете посмотреть, как это все выглядит на схеме, да, как все просто. На схеме все просто, а как оно выглядит вживую, да, не так все красиво. Видите, на схеме зелеными галочками те места, где нужно входить в сделку, и красными, где уже не нужно входить в сделку. Итак, давайте подведем итоги. Получилось у нас заработать 18 тысяч рублей. Видите, да, что я не торговал все это время. Вот после новости Non-Farm, потом вот заключил одну сделочку на выходных на криптоиндексе, и потом вот сделал, зашел на такой вот сигнал, записал для вас видео и сделал две сделки по 10 тысяч и заработал 18 тысяч рублей. Вот такое вот получилось полезное видео. Что я хочу еще сказать? Хочу сказать, что спасибо вам, народ, за вашу поддержку. Спасибо, что столько лайков, спасибо, что столько комментариев. Вот раньше реально такого не было. Много людей делятся своим опытом, какими-то своими знаниями. Много людей скидывают книги. Ну, это очень круто. Как-то уже мало стало вот этих вот хейтеров со стандартными там комментариями. Иди работай на завод, это все лохотрон, развод, жизнь не удалась, все плохо, да? Это очень мотивирует меня.
И попрошу вас, давайте лайкайте видео. Это вы не представляете, насколько это дополнительная для меня мотивация улучшать для вас контент, стараться для вас и чаще выпускать видео и как-то давать полезные видео. Вот я смотрю вот остальные каналы по трейдингу, там как-то, ну да, есть там нормальные каналы, есть полезные видео, но как-то нету именно конкретной пользы. Я именно стараюсь давать то людям, что они просят. Плюс у меня канал сугубо по моей стратегии, да, я вот не мечусь там, как разные там трейдеры. Сегодня по одной торгуем, завтра по другой. У меня есть своя стратегия, я хочу вам поделиться этой стратегией, потому что она работает. 10 из 10 сделок вас будут заходить. Только, кстати, был такой вопрос, пользуюсь ли я мартингейлом. Народ, не пользуюсь. Мартингейл мне здесь абсолютно не нужен. Почему? Потому что если вовремя зайти в коридор, вовремя выйти с коридора, у вас 5 из 5 или 10 из 10, у вас все сделки зайдут. Может быть, у вас 2, 3 сделки, 4, это в максимальном, максимум у вас не зайдет 4 сделки, если вы уже пожадничаете и не вовремя выйдете из коридора. А так только 2 из 10, только максимум вот 2 сделки у вас не зайдут. Так что мартингейл здесь не нужен. Так что, народ, давайте лайкайте видео, это будет для меня дополнительная мотивация улучшать для вас контент и выпускать почаще видео. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, это видео реально было для вас полезным. Я вам показал на своем примере, как вовремя, показал на графике, на живом графике, как нужно вовремя уходить с рынка. С вами был Рэпер Трейдер, всем удачной торговли, всем пока!